Врачи Люберецкой областной больницы успешно применяют в своей практике телемедицину. Это дистанционные консультации пациентов, а также взаимодействие медиков между собой с помощью современных технологий. Наша съемочная группа увидела, как работает система. На следующий день у него появился выраженный болевой синдром с проявлениями острой сердечной недостаточности, и пациент был взят на экстренное коронарное шунтирование. Дистанционный консилиум врачей. Люберецкий кардиолог Екатерина Новак подробно описывает историю болезни своего пациента. По ту сторону экрана руководитель отделения кардиологии Моники Грант Шихян. Внимательно выслушав коллегу, врач высшей категории дает свои рекомендации. Пациент действительно такой заслуженный, сложный. Я бы увеличил дозу бета-локозока до максимально переносимого. Арни великолепно. Бета-блокаторы великолепно. Такие совместные онлайн-консультации стали возможными благодаря проекту «Телемедицина». Система «Врач-врач» – удобный способ посоветоваться с коллегами из ведущих клиник страны, не выходя из своего кабинета. Ранее общались уже с коллегами по такому формату, и нам эти консультации помогали. И мы рекомендации данные используем для дальнейшего улучшения качества нашего обслуживания наших пациентов. Подобный опыт в своей практике используют врачи не только первичного звена. Телемедицина – востребованные инструменты для медиков, которые работают в стационарах, в частности, в ковидных госпиталях. Специалисты Моники регулярно выходят на связь с коллегами, чтобы помочь разобраться в сложных ситуациях. Луиза Егиазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.